Здравствуйте, сегодня мы с вами рассмотрим процесс переналадки на полуавтоматическую Купре MZ400EI. Давайте для начала закатаем пенициллиновый флакон. Как вы видите, шовчик все ровненько, ничего не прокручивается. Пожалуйста. Ну и теперь начнем. Для того, чтобы нам переналадиться вот на такую тару с этим флакончиком, нам необходимо перейти вот на такую насадку. Впрочем, ничего сложного нету. Для этого нам с вами стоит крутить стопорный винт, болт. Откручиваем его. Откручиваем стопор. Открыть можно? Все. Головка у нас с вами снята. Теперь мы с вами накидываем голову. Сейчас мы с вами подрегулируем высоту, либо мы сразу попадем, посмотрим. Так, получилось немножко туговато. Сейчас мы немножко приподнимем с вами головку. Немножко. Так. Все очень туго, все остается на месте, все затягивается. Так что переналадка занимает буквально несколько минут, ничего там сложного нету. Естественно, при установке головки все в обратном порядке. Мы с вами откручиваем винты стопорные. Для удобства в нижнее положение перевозим. Накручиваем назад. И обратно закручиваем все стопорные винты. Обратите внимание, что под данный винт есть фрезерный паз, в который необходимо попасть. Вот направляющий. У головки должен быть лифт. Если вы его насмерть зажмете, то она у вас просто перестанет закатываться. Так, обратите внимание, что у вас у машины еще находится два неиспользуемых ролика. Они просто в комплекте поставки, эти ролики необходимы для накатки резьбы
Вот, допустим, вот на такой таре. То есть, грубо говоря, если они вам мешают, вы можете вообще снять. А так подтянуты они находятся, они пока не работают. Ну, в дальнейшем, мало ли, на перспективу развития. Можете закатывать и накатывать резьбу. Можете использовать для ПЭТ-тары. То есть, эта машина совершенно универсальная. Все, что хотите, почти все виды флаконов на ней можно закатать. Я вас благодарю за внимание. Всего доброго. Если появляются вопросы, звоните, связывайтесь с нами. Всегда ответим, всегда поможем.